Абрам Маркович Черкасский – особая фигура в истории изобразительного искусства Казахстана. Будучи одним из самых ярких живописцев, он также был большим учителем. Именно его учениками явились такие творцы, как Гульфайрус Исмаилова и Жанатай Шарденов. Не случайно выставка, посвященная 130-летнему юбилею со дня рождения художника, встречает зрителей портретом Черкасского работы его любимой ученицы Гульфайрус Исмаиловой. Абрам Черкасский – это художник, который стоял у истоков профессиональной школы изобразительного искусства. Он вошел в историю казахстанской живописи не только как мастер, блестящий и тонко чувствующий цвет, но еще и как педагог, который воспитал несколько поколений очень талантливых живописцев. Экспозиция, что продлится вплоть до августа, в Государственном музее искусств имени Абылхана Костеева представляет зрителю значительную часть коллекции работ мастера из фондов. Здесь и портреты его современников, и пейзажи. Среди них особое место занимают полотна с изображением ранней весны. Состояние пространства, природы, которую он здесь воспринимал, безусловно, вдохновляло его. И как раз пейзажные зарисовки, посвященные Старой Алмате, и неизменное состояние ранней весны, очевидно, его любимое время года, которое наполнено жизнью, дыханием, вот этим весенним пробуждением природы, это всегда присутствует в его произведениях, особенно пейзажных композициях. Абрам Черкасский попал в Казахстан в 1941 году. И, очевидно, наша страна стала для него краем любимым, источником вдохновения и второй родиной. Большинство картин мастера посвящено красотам казахстанской земли и особенно его любимой ранней весне.